Итак, у нас идет урок шахматный, и сейчас оператором будет один из наших учеников. Всего у нас на занятиях сейчас присутствует 13 человек. У нас сегодня полный аншлаг. 12 посадочных мест, 13 человек. Итак, вот он наш оператор Саша. Саша с последнего ряда нас немножко поснимает. Тема нашего сегодняшнего занятия – как нужно атаковать. И мы изучаем примеры неправильных атак. Пример номер один из партии Суэтин-Бондаревский. Москва 1963 года. Здесь на пятом ходу черные проходили у нас g5, необоснованно кинулись в атаку. Ребята, послушайте. Правильной реакцией на необоснованные атаки по флангу является что? Удары по центру, совершенно верно. Белые не нарушили ни одного принципа развития, они развивались правильно, и на необоснованную атаку, конечно, следует правильный удар по центру d4. Это лучший ход в позиции. Всегда стремитесь, если противник необоснованно вас пытается атаковать, скрыть центр для того, чтобы наказать противника. Далее последовал g4. Черные продолжают упорствовать. Кстати, еще один важный момент. Если вы вдруг понимаете, что вы что-то делаете неправильно, не нужно упорствовать в своей неправильности. А если до вас это дошло, то лучше откажитесь от своего неправильного плана. Встаньте на правильные рельсы. Здесь черные упорствуют. Они походили g4, в итоге дальше белые пошли солнце 6, bc. Теперь у черных не развита ни одна фигура, а только четыре боя. Кирилл, правильно? Далее. Белые сделали невзрачный ход конь e1, но это временное упущение. Потому что коню все равно нужно уходить, отдавать ему не нужно. Далее конь перепрыгнет на d3, возможно, в будущем. А черные сейчас наделали пешечных слабостей. Итак, ребят, еще важный момент. Я когда-то вам объяснял, что есть такая теория Фельдора, которая учит правильно играть пешками. И один из постулатов этой теории гласит, что пешки назад не ходят. Надо бы в пешке вперед, черные наделали себе не только пешечные слабости, но и образовались дыры. Здесь дыра, на этот фланг король не убежит. Здесь дыра, обратите внимание, пешки двое. То есть этот король вынужден теперь будет скитаться в поисках убежища. Давайте продолжим нашу партию. ЕДС, черные походили, ферзь d4. Уже под ударом ладья, но черные надеялись размену ферзей, ходом ферзя 6, снизить атакующий потенциал белых. Меняться будем? Нет. Конечно, не будем. Нужно обязательно избежать размены. Ферзь А4, степом нападая на пешку и убирая ферзя из-под размены. Последовало конь Е7. Далее белые продолжают развитие. Конь Ц3. Слон d7, кто-то у нас упал, ничего страшного, догоним. И сейчас, через несколько ходов, уже будет понятно, что черным дорог кажется. Ферзь опять. После этого хода выясняется, что черные уже должны лишить своего короля рокировки. Саша, вы поснимайте, как у нас вокруг, или нет, здесь. Посмотри, как у нас здесь. Вот, черные не могут ладьей защитить пешку. Почему? Потому что как с темпом вывести будет еще одну фигуру и напасть? Слон e3. Совершенно верно. Мы продолжаем развитие и сгоняем ладью с хорошего времени. Ладья c8, потеряется пешка h1. Черные сделали ход король d8. И вот теперь черные полностью нарушают гармоничные принципы развития. То есть у них необоснованная атака, король гуляет, позиция белых явно лучше. Сейчас задача белых просто концентрация сил нарастить свое преимущество.